Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Александра Роднина. Скопление людей и правоохранителей утром 10 ноября на проспекте Шевченко у Парка Победы не было вызвано ни минированием учреждения, ни политическим противостоянием, ни хулиганскими выходками. Почти сотня одесситов и почти столько же милиционеров стояли под стенами суда, где рассматривалось дело по рынку «Седьмой километр». Напомним, что рассматривается хозяйственный спор между фактическими владельцами рынка и наследником его основателя. Но и в этот раз суд не поставил последнюю точку в многомесячном споре. Новое заседание назначено на 25 ноября. А вот скопление людей на одесском рынке Южный на несколько часов заблокировало движение транспорта по улице Академика Королева. Митингующие арендаторы торговых мест активно выражали свое недовольство по поводу повышения арендной платы на 30%, которое администрация рынка пытается объяснить подорожанием коммунальных услуг. Но предприниматели уверены, повышение цен экономически не обосновано, поскольку на рынке нет нормальных условий для торговли. Решили собраться здесь. А вы понимаете, что на сегодняшний день есть... Противостояние сегодня было завершено после обещаний представителей власти разобраться в конфликте и учесть пожелания предпринимателей. В то же время, говорят арендаторы рынка, они готовы вновь пойти на крайние меры, если их вопрос не будет урегулирован. В Одесском регионе серьезно увеличилась статистика пожаров. За минувшие сутки спасатели 9 раз выезжали на ликвидацию возгорания. В Овидиопольском районе сгорела надворная постройка. На месте происшествия обнаружены тела двух пожилых людей, мужчины и женщины. По выводу экспертов, погибшим около 80 лет. Личности жертв и причина возгорания пока не установлены. А в одесских многоэтажках за один вечер случилось два похожих ЧП. В разных домах на проспекте Академика Глушко горели электрощитовые. Пожарные спасли 3 человек. 11 жильцов пришлось эвакуировать из-за сильного задымления на лестничных клетках. В обоих случаях причина пожара – поджог. Погибших и пострадавших нет. А в ночь на понедельник помощь спасателей понадобилась водителю Мазды. На улице 25-й Чапаевской дивизии загорелся моторный отсек иномарки. Ее 23-летняя владелица получила ожоги рук, ног и спины. Девушка госпитализирована. Состояние ее здоровья средней тяжести. Причина пожара пока не установлена. Неделя также началась с огромной пробки на поселке Котовского. В этот раз причиной стало ДТП с участием двух фур. В результате аварии большегрузные машины перегородили две полосы движения. Причину ДТП выясняли инспекторы ГАИ. По предварительным данным, пострадавших нет. А накануне вечером на Николаевской дороге водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, полностью уничтожив его. По словам очевидцев, ограждение отделяло проезжую часть от тротуара, где находится трамвайная остановка. К счастью, в момент ДТП на остановке никого не было. Возможно, причиной этого ДТП стало не только невнимание водителя, но и туман. Водители, придерживайтесь дистанции, не злоупотребляйте маневром обгон, выбирайте безопасную скорость движения в условиях недостаточной видимости дороги. Для парковки используйте специально отведенные места. Напоминаем, что согласно пункту правил 19, пункт 1, правила дорожного движения в условиях недостаточной видимости, а это примерно 300 метров, вне зависимости от освещенности дороги на транспортном средстве, которое движется, должен быть включен ближний свет фар. А во время остановки габаритные огни. На дороге со скользким покрытием не рекомендуется производить резкие маневры и торможения, выжимать сцепление и менять передачи. Перед выездом следует еще раз проверить тормозную систему. Пешеходам также необходимо быть осторожными при переходе проезжей части. Нельзя резко выходить на дорогу и переходить ее вблизи транспорта. Строгое соблюдение правил всеми участниками дорожного движения поможет избежать трагедий. Тем более, что в ближайшие дни на всей территории области ожидается плотный туман. Нацбанк позволил рынку самостоятельно найти равновесный уровень курса, а это означает, что фиксированного курса гривны больше не будет. При этом глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что курс должен находиться на уровне 12,5-13 гривен за доллар и не подниматься выше. Впрочем, для рынка мнение госпожи Гонтаревой явно не указ. Напомню, с прошлого вторника курс доллара вырос почти на 2 гривны. И сегодня официальный курс находится на уровне 14 гривен 80 копеек. Наличный и безналичный курс на межбанке уже превышают 15 гривен. Напомним, что Валерия Гонтарева является едва ли не личной креатурой президента Петра Порошенко, который и внес ее кандидатуру на пост главы главного финансового учреждения страны.
Это нужно пережить. Вот этот вот всплеск нужно пережить. Потом как-то оно все стабилизируется. Оно же в конечном счете расти бесконечно это не может. Здесь же состоит вопрос в чем? Вот пока существует та гривневая масса свободная, которая будет обращаться в доллар, значит, будет ажиотажный спрос. Как только эта гривневая масса переведется в доллар, если не будет печататься новая, вот, то, конечно, курс стабилизируется и начнет снижаться. Это обязательно. Потому что уйдут вот эти вот психологические факторы, уйдут там и так далее. И поэтому курс начнет снижаться. Объективно он снизится. Я думаю, что он в конечном счете понизится вот где-то до 14, может быть, гривен. Вот так вот. Но сейчас его всплеск. Ну, возможно, как я говорил, 15-17. В то же время, продолжают эксперты, в понедельник прошла встреча НБУ и крупнейших коммерческих банков, где достигнуты договоренности удерживать курс в пределах 15-16 гривен. Таким образом, Нацбанк позволил рынку самостоятельно найти равновесный уровень курса, но если обвал гривны продолжится, то регулятор обещает снова ужесточить административные меры. К какому результату приведет подобное шарахание из стороны в сторону главного финансового учреждения страны, не берется предсказать никто. Эксперты лишь настоятельно рекомендуют населению не поддаваться панике. В первую очередь не бежать, если у вас какая-то сотня гривен есть, то ни в коем случае не бежать покупать на нее доллары. Почему? Потому что, во-первых, не найдете в банках, а у спекулянтов с вас сдерут, ну, огромную сумму, значительно большую, чем реальная его стоимость, да? А во-вторых, она вам ничего не даст. Почему? Потому что в период ажиотажного спроса на что-либо, в том числе и на валюту, никогда нельзя покупать ее. В то же время население продолжает массово снимать деньги. Отток депозитов, по данным НБУ, уже превысил 100 миллиардов гривен. В ответ Нацбанк готовит законопроект о запрете долгосрочного снятия депозитов. Напомним, что украинцы хранят в банках 404 миллиарда гривен. Из них почти 208 миллиардов в гривне. Если предложение Нацбанка будет поддержано новоизбранной Верховной Радой, то оно, безусловно, негативно отразится на доверии к банковской системе. В любом случае, состояние финансовой сферы государства станет важным экзаменом для депутатов, которые только прошли испытания предвыборной кампании и наобещавших избирателям, в том числе, удержание стабильного курса гривны. Нестабильность курса и в целом довольно мрачные прогнозы на грядущую зиму существенно скажутся на кошельке обычного украинца. Частично сократить расходы семейного бюджета может государственная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Насколько активно население города пользуется такой помощью, знают наши корреспонденты. В муниципалитете напоминают, что с 1 октября отменен перерасчет субсидий, то есть стало еще проще подать документы и получить компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако не все одесситы до сих пор знают, как этим воспользоваться и что им положено. Мне не нужны субсидии, понимаете? У меня дети мне помогают, я пенсию неплохо получаю. Во-первых, это куча бумажек, всевозможных документов по всем инстанциям. Это нужно ехать, стоять в очереди и все прочее. Хотя все объясняют, что это очень просто. Это не просто. Это первое. Второе. Настолько маленькие суммы, 5 гривен, 3 гривны субсидия, что, извините, за нее неделю-две побегать за бумагами, и чтобы мне за месяц сняли 5-3 гривен, это смешно. Я не обращалась, потому что я участник боевых действий. Одно, что это дается. Я знаю, что существует, но я никогда не обращался. Считаю, что это смысл куда-то обращаться, чтобы мне какие-то льготы дали или услуги. Нет, я считаю, что это просто так, мартышкин труд. В то же время многие горожане уже прочувствовали работу упрощенной системы и ощутили экономию времени и средств семейного бюджета. Через месяц мне сказали, в конце месяца прийти и дали мне бумажку. И все потом поступало. Было все нормально. Я беру справку в ЖЭКе, форму номер 1. И обращаюсь туда на основании того, что у меня плита, и я уголь получаю. Уголь на субсидию. И так получаю субсидию. Ну, правда, малая цена, малая. Надо хотя бы наполовину субсидии. Если там оплата, допустим, 40, хотя бы половину. Но на уголь я получила 920 гривен. Напомним, право получить компенсацию на оплату коммунальных услуг имеют семьи, у которых среднемесячный совокупный доход за предыдущие 6 месяцев не превышает величины прожиточного минимума. По всем вопросам, связанным с оформлением субсидий, необходимо обращаться в районные администрации управления социальной защиты населения по месту жительства.
Впрочем, в городском департаменте труда и социальной политики отмечают, что далеко не все из потенциальных получателей субсидии обратились за ее назначением. О том, сколько выделено денег на эти цели из государственного бюджета и кому они предназначены, смотрите после новостей в программе «Тема дня». Гость Алисы Алдановой, глава муниципального департамента труда и соцполитики Елена Китайская. Необходимо, как правило, только заявление и декларация, и справка, если работающие о доходах за 6 предыдущих месяцев, обращаться в районное управление социальной защиты по месту регистрации, либо почтой пересылать эти документы, это тоже допускается. Но, к сожалению, пока мы видим, что количество обратившихся у нас не настолько увеличилось, насколько мы ожидали. Возможно, потому что только начался отопительный сезон, и люди вот еще в ноябре... не все испугались этих еще счетов. Не видели счетов, в ноябре они это увидят, и я думаю, что все-таки то количество людей, которое мы планировали увеличение где-то в два раза количество получателей субсидий, оно все-таки будет, потому что финансирование идет за счет государственного бюджета, субвенция городу на этот год почти 36 миллионов на эти цели. Деньги есть, нужно прийти и получить. А мы пока использовали только 9 миллионов, то есть есть возможность получить государственную поддержку, надо только обращаться. В ночь на 8 ноября в Одессе двое неизвестных напали на офис волонтерской сотни, сообщают активисты. По счастливой случайности, зажигательные смеси, брошенные нарушителями, не загорелись и пожара не произошло. Вещи, собранные волонтерами для бойцов из зоны АТО, в числе которых было дорогостоящее термобелье, остались целы. По факту правонарушения открыто уголовное производство. Ведется расследование. По словам волонтера Далии Северин, произошедшее никак не повлияло на деятельность тех людей, которые уже многие месяцы добровольно помогают украинским военным, принимающим участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Конечно, кто-то, возможно, и испугался, но на следующий день, когда члены моей сотни узнали, что произошло, нас стало еще больше. Наша сотня, так же, как и Одесса, многонациональна, а также многорелигиозна. И все мы вместе готовим посылки для солдат. За все время своей деятельности члены волонтерской организации помогли больше 6000 бойцов, как добровольцам, так и регулярным войскам. В ближайшие дни в зону АТО также будут отправлены теплые вещи. Среди них есть и дорогостоящее термобелье, купленное за средства одесситов. Я показываю вам термобелье. Это термобелье натовского образца, который мы... покупаем для солдат за деньги одесситов. Также одесситы нам приносят. Вы можете посмотреть, какая это классная штука. В Одессе сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в развращении малолетнего ребенка. Все происходящее педофил снимал на камеру. Во время обыска правоохранители изъяли более 25 дисков порнографического содержания. Правоохранители получили оперативную информацию о сексуальных домогательствах в отношении малолетней девочки и немедленно приступили к расследованию. Вскоре была установлена личность злоумышленника, и мужчина был задержан. Сотрудниками Киевского райотдела милиции задержан гражданин 57-го года рождения, житель Одесской области, который обоснованно подозревается в развратных действиях в отношении малолетней. В отношении данного гражданина начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения содержания под стражей. Как выяснилось во время расследования, мужчина совершал в отношении 7-летней девочки развратные действия сексуального характера. При этом он фиксировал все происходящее на цифровые носители. Открыто уголовное производство. Преступнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Не застрахованы мы и от жестокости окружающих. Результатом вероломного нападения преступников на молодого одессита стал некроз клеток головного мозга. Родители ежедневно мужественно борются за выживание сына, но средства на лечение с каждым днем тают. Родители надеются, что справедливость восторжествует. Они верят и в то, что все небезразличные горю людей граждане помогут молодому человеку вернуться к жизни. 1 апреля 2011 года Павел Тишков после работы направлялся на встречу со своими близкими. К сожалению, домой молодой человек в тот роковой вечер так и не попал. Несколько человек напали на него и жестоко избили. В результате разбойного нападения Павел получил тяжелейшие увечья головы, которые приковали его к кровати и инвалидной коляске. Несмотря на тяжесть преступления, наказание понесли далеко не все виновные. Майор Кобылянский, когда возвращался домой, когда он это все увидел, он сразу на месте задержал двоих человек. Вот. Их всего было 5 человек.
Вот, задержал двоих. В результате там изначально как бы потом и нашли все 5 человек. Вот, изначально как бы следствие шло, что они все вместе, там разбойное нападение, покушение на убийство, все вместе. Вот, но по непонятной причине там через 2 месяца после того, как началось следствие, там, следователь так сделал, что только 2 человек наказали, а остальные люди не понесли никакого наказания. Павел пережил несколько дорогостоящих операций. Лишь благодаря стараниям медиков и родителей молодой человек остался жив. Восстановление после перенесенных операций Павел Тишков проходил дома, а также в реабилитационном центре за границей. В состоянии Паши наметились небольшие позитивные сдвиги, говорит его мама. Хотя молодой человек пока что не может говорить. Есть у нас результаты положительные. Определили, что Паша может читать. Нейропсихологи помогли нам это сделать, есть специальные методики, потому что так как речи нет, для того, чтобы его понять, специалисты приспосабливались, значит, какие-то знаком его учили, как поднять руку, как закрыть глазки. Значит, они поняли, что он читает, что он решает примеры. Постигшая семью горе перечеркнула жизнь не только бедного Павла, но и его родителей, которые вынуждены забыть про все и направлять все свои усилия и финансы на поддержание здоровья сына. Все, что наша семья сейчас делает, это только для того, чтобы поднять Павлика, понимаете? А эти люди сейчас на данный момент взять, что даже те, которые в тюрьме сидят, они дышат, они бегают, ходят, двигаются, а наш ребенок, вот, пожалуйста. Семья Тишковых готова принять любую помощь от людей. Перевести денежные средства можно на номер карты Приватбанка, который вы видите сейчас на экране. Любая ваша помощь поможет Паше быстрее встать на ноги, вернуть ему и родителям полноценную счастливую жизнь. Сахарный диабет – одно из самых страшных заболеваний нашего времени. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от диабета умирает почти 5 миллионов больных, больше, чем от СПИДа и гепатита. К сожалению, Украина не является исключением. Типичные осложнения диабета, приводящие к смерти – инфаркт миокарда, инсульт и почечная недостаточность. Сегодня в стране больше 1 миллиона больных с сахарным диабетом. О профилактике сахарного диабета рассказала ведущий эндокринолог области Ольга Агафонова. Сахарный диабет – это нарушение обменных процессов, приводящих организм к неспособности справляться с глюкозой в крови, рассказывают специалисты. Коварство болезни состоит в том, что на ранних стадиях она не имеет ярко выраженных симптомов, а ее первые проявления часто списываются на другие причины. Не всегда человек понимает, что уже где-то в течение 4-5 лет у него есть заболевание, как сахарный диабет. Поэтому сахарный диабет, к великому сожалению, узнается очень поздно. Ольга Агафонова отметила, что в Одесской области работает более 50 школ самоконтроля сахарного диабета. Здесь для пациентов проводятся бесплатные семинары, направленные на то, чтобы донести до пациента всю необходимую информацию о заболевании и его профилактике. Очень важно вначале научить человека, рассказать, показать. То есть если он только входит в это заболевание, значит, рассказать о диете, показать, что, как, если это инсулин назначается, то есть даже с теми средствами пользования, то есть это шприцы, это шприц-ручки, в конечном итоге какой инсулин, это все нужно до человека довести. Вот этим мы сегодня занимаемся. К сожалению, специфических мер профилактики сахарного диабета не существует. Ведь в основе развития диабета первого типа лежит генетическая предрасположенность, а второго типа – неправильный образ жизни и возрастные изменения, говорят специалисты. Однако снизить риск возникновения заболевания вполне возможно. Для этого надо вести здоровый образ жизни, сократить количество высококалорийной пищи в рационе, в первую очередь сладости и жирных блюд. Основу питания должны составить овощи и фрукты, кисломолочные продукты, рыба и морепродукты, нежирное мясо. Это образ жизни, то есть исключение всех вредных привычек. Второе – это правильное питание, правильный подбор углеводов, жиров. Это очень важно. Здоровый образ жизни во всем цивилизованном мире уже давно модный тренд. Спортивные площадки, бассейны и стадионы постепенно приходят на смену алкоголю, курению и в Украине. Как приобщаются к здоровому образу жизни одесситы, узнавали наши корреспонденты. О том, что здоровый образ жизни является залогом долголетия и полноценного ощущения радости жизни, специалисты говорили всегда. Однако одним из барьеров, который не позволяет многим людям начать жить здоровой жизнью, являются вредные привычки.
В принципе, как бы питаемся мы достаточно здорово, не жирного, не такого всяких лишних. Но вот проблема с курением совсем, вот совсем никак не. Курение есть плохая очень привычка, но от нее избавиться бывает очень тяжело, поэтому курю по мере того, как хочется, но пытаюсь минимизировать курение вообще как свою привычку. Я стараюсь не тратить на это деньги, вот, но понимаю, что это важно, и, блин, это реально важно, и нужно этим заниматься, потому что, когда ты поднимаешься на 4-й этаж, понимаешь, что вот та сигарета или тот гамбургер был лишним. Отказаться от вредных привычек и начать правильно питаться – ответственное решение, которое принимается лично и осознанно, говорят одесситы, занимающиеся спортом. У каждого из них есть и свои физкультурные предпочтения. Занимался акробатикой, но из-за травмы ушел. Сейчас хожу просто в зал, ну, занимаюсь этим тренажерным. И так иногда хожу по выходным на Ворцовский переулок, там же есть школа акробатическая, там прыгаю. Самое главное – это подобрать для себя правильное питание и режим дня, то есть сочетать нагрузки и отдых, чтобы организм как успел восстанавливаться. Я на сегодняшний день открыл свой спортивный зал. Вот, у нас есть, конечно, минимум тренажеров, но тем не менее, чтобы как бы восстановить свое тело, этого достаточно. Вот так вот мы как-то и ведем свой образ жизни. Некоторые из запрошенных нами горожан уверены, что к здоровому образу жизни присоединится еще больше людей, если об этом чаще рассказывать и популяризировать такие идеи. Учить людей получать удовольствие от активной жизни. Нет культуры у нас здорового образа жизни. Как нужно себя вести, что есть, как спать, как правильно, не знаю, думать, просыпаться, одеваться. Всему этому не учат. Важно помнить главную вещь. Здоровый образ жизни не только дарит постоянную радость бытия, но и препятствует возникновению опасных болезней. Лучше предупредить проблему, чем потом ее расхлебывать. Фестиваль «Путешественник». Именно так называют Международный фестиваль документального кино о правах человека «Docudays.ua». С понедельника демонстрация его фильмов начата в Одессе. Документальное кино о правах человека смогут посмотреть в Одессе, Татарбунарах, Котовске и Балте. Организаторы действа надеются, что фестиваль еще больше вдохновит и привлечет украинцев к защите своих прав и борьбе за демократические преобразования в стране. Наша мета на сьогодні – довести до відомих громадян про те, що є таке свято, яке забезпечує їх права. І показ цих документальних фільмів, які вони зрозуміють, що саме відбувається і що це є на міжнародному рівні. Фестиваль документального кино Одеса приймає у себе уже второй раз. Настоящим открытием стал фильм «Евромайдан. Черновой монтаж». Альманах трех месяцев революции от возмущенного протеста до народного единения. Это, ну, история о том, как Украина пережила вот этих вот непростых 3 месяца. Чем уникален этот фильм? Это видеоматериал там больше 10 кинорежиссеров, как правило, молодых, которые снимали и были очевидцами, в том числе, событий на Майдане. После этого вот видеоматериал собрали, и получился вот такой фильм, который вот рассказывает о том, что происходило от кастрюль на голове до дубинок и, к сожалению, до героев Небесной Сотни. Все показы проходят совершенно бесплатно в помещении областной универсальной научной библиотеки имени Грушевского. Ведь где, если не в храме знаний, можно получить такую интересную информацию? Мне кажется, что право людини на знания – это одно из главных прав, которые підтримує наша библиотека. Наша давня дружба, наші давні партнерські зв'язки з Комітетом виборців України дають нам право бути першими в Одещині, на території якого нашого закладу буде відкривається фестиваль фільмів щодо прав підтримання знання людини. Дополнительные показы пройдут и в аудиториях Одесского национального университета имени Мечникова. После просмотра во время правовых семинаров студенты смогут пообщаться и обсудить киноленты. Документальное кино, к сожалению, в нынешнем обществе имеет очень маленький сегмент зрителей. В таком городе, как Одесса, это очень редкие, самое главное, некоммерческие мероприятия, то есть на нем не собираются наживаться, это просто ознакомление. Такая вот значительная программа в нынешних условиях затрагивает самые такие какие-то терпкие и знаковые чувства в человеке. Напомним, Docudays.ua – единственный в Украине международный фестиваль документального кино о правах человека. В этом году в Киеве его посетили более 38 тысяч зрителей.
В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Итак, Нацбанк позволил рынку самостоятельно найти равновесный уровень курса. Но если обвал гривны продолжится, то регулятор обещает снова ужесточить административные меры. К какому результату приведет подобное шарахание из стороны в сторону главного финансового учреждения страны, не берется предсказать никто. Эксперты лишь настоятельно рекомендуют населению не поддаваться панике. В первую очередь не бежать, если у вас какая-то сотня гривен есть, то ни в коем случае не бежать покупать на нее доллары. Почему? Потому что, во-первых, не найдете в банках, а у спекулянтов с вас сдерут огромную сумму, значительно большую, чем реальная его стоимость. Да? А во-вторых, она вам ничего не даст. Почему? Потому что в период ажиотажного спроса на что-либо, в том числе и на валюту, никогда нельзя покупать. Сахарный диабет – одно из самых страшных заболеваний нашего времени. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от диабета умирает почти 5 миллионов больных, больше, чем от СПИДа и гепатита. Украина не исключение. К сожалению, специфических мер профилактики сахарного диабета не существует. Не всегда человек понимает, что уже где-то в течение 4-5 лет у него есть заболевание, как сахарный диабет. Поэтому сахарный диабет, к великому сожалению, узнается очень поздно. Однако снизить риск возникновения заболевания вполне возможно. Для этого надо вести здоровый образ жизни, сократить количество высококалорийной пищи в рационе, в первую очередь сладости и жирных блюд. Здоровый образ жизни во всем цивилизованном мире уже давно модный тренд. Одесситы говорят, что массово горожанам мешает к нему присоединиться плохая информированность. Нет культуры у нас здорового образа жизни. Как нужно себя вести, что есть, как спать, как правильно, не знаю, думать, просыпаться, одеваться. Всему этому не учат. Молодому человеку нужна помощь. Родители ежедневно мужественно борются за выживание сына, но средства на лечение с каждым днем тают. К некрозу клеток головного мозга Павла Тишкова привело нападение и избиение. Есть у нас результаты положительные. Определили, что Паша может читать. Нейропсихологи помогли нам это сделать. Есть специальные методики, потому что так как речи нет, для того, чтобы его понять, специалисты приспосабливались, значит, какие-то знаком его учили, как поднять руку, как закрыть глазки. Значит, они поняли, что он читает, что он решает примеры. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в следующих выпусках новостей.